Так, это Сатурн. Одиннадцатое апреля 2021 год. Харьков. На автоматических настройках снимаю, ну что-то совсем квеленько. Кольца практически не различаются. Ну то есть расстояние, промежуток между кольцами и Сатурном, можно сказать, не виден, неразличим. Ну хорошо, этот дубль, в общем-то, затевался для того, чтобы снять спутники Юпитера. Все четыре при таких настройках это должно получиться. Так что я там не озвучивал время. 5:16 по Киеву, Харькове. Мы сейчас снимем Галилеевы спутники, а потом перейдем к другим настройкам. Поехали к Юпитеру. Утром сейчас видны Юпитер уже с Сатурном. Меркурий, Венера очень близко к Солнцу и Луна. Так что их возможности снять пока нет. Чуть попозже. При условии хорошей погода. При том условии, что будет хорошая погода, потому как нам тут обещают 10 дней, дождей. Да, как-то не особо видно, все-таки туча. Мешают, дымка это рассеивает, хотя непосредственно облака еще не закрывают ни Юпитер, ни Сатурн, но очевидно. Ну что из того, что видно на экране, как это выглядит? Ну, Ганимед, самый правый спутник, белое вот это квеленькое пятнышко, это огромный Ганимед, он размером с Марс. Такой вот себе спутничек. Потом идет Каллисто. Слева от Юпитера Ио. Ладно, подождем, может чуть повыше поднимется. Юпитер будет получше видно. Спутнички. Конечно, в декабре было снимать великолепно. Юпитер с Сатурном были на расстоянии нескольких угловых минут друг от друга. Да, и восход Солнца сегодня тоже не получится снять. Ровно там, где нам нужно, сплошная облачность. Ну ладно, что есть, то есть. 11 апреля 2021 год, Харьков, 5:19 по Киеву.